Осторожно, мошенники! На территории города-курорта Анапы участились случаи телефонного обмана. По информации полицейских, на прошлой неделе на мобильный одной из местных жительниц позвонили и представились сотрудникам полиции. Сообщил ей, что якобы задержан ее сын по подозрению в совершении преступления. И он, если получит определенную сумму денежных средств, сможет увести его от уголовной ответственности. В последующем данная гражданка, испугавшись за своего родного сына, произвела перевод денежных средств в сумме 100 тысяч рублей указанному злоумышленнику. Уже позже выяснилось, что родственник женщины не задерживался правоохранителями, а перечисленная сумма была списана с реквизитов. Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям города-курорта Анапа. Не поддавайтесь на уловки преступников, а в случае возникновения подобной ситуации более тщательно проверяйте информацию и обращайтесь в соответствующие органы. В случаях, если к вам поступают подобные звонки от злоумышленников, мошенников, следует незамедлительно обращаться к лицу, в отношении которого вам предоставляют какую-то информацию, то, что он задержан или находится в беде какой-то, либо сообщать в органы предварительного следствия, в отдел полиции по городу Анапе с целью выяснения обстоятельств, которые вам могут предположительно рассказать злоумышленники и мошенники.